Беларусь продолжает активно взаимодействовать со всеми правозащитными механизмами ООН, исходя из национальных интересов и приоритетов. Беларусь поддерживает деятельность тематических спецпроцедур и направила ряд приглашений в их адрес. Ответа мы пока на наше приглашение не получили. Хотелось бы также пожелать, чтобы УВКПЧ активнее способствовал визитам приглашенных спецпроцедур. Беларусь не поддерживает тематические мандаты тех спецпроцедур, которые в своей деятельности нарушают положение резолюции Совета ООН по правам человека об институциональном строительстве, где сказано, что спецдокладчики должны укреплять конструктивный диалог с государством и работать на принципах добросовестности и независимости. Как показывает практика, в силу политической ангажированности некоторые спецмандатарии не в состоянии наладить с государством взаимоуважительный диалог. Исходя из этих соображений и имеющегося предыдущего негативного опыта взаимодействия с ними, мы не направляли открытого приглашения таким спецдокладчикам.